В Ленинском городском округе зафиксирован очередной случай незаконного выброса крупногабаритных отходов. Жительница частного сектора города Видное решила далеко не ходить и оставила свой строительный мусор на контейнерной площадке, которая, конечно, для такого использования не предназначена. Посредством системы видеонаблюдения «Безопасный регион» выявлены лица, производившие данный сброс, и выполнен выезд на территорию с целью установки личности. Сотрудники Госавтотехнадзора составили на женщину протокол об административном правонарушении и обязали ее очистить площадку. Напомним, что штраф за содеянное для физических лиц взимается в размере до 5000 рублей. По закону, утилизировать строительный мусор стоит в заранее арендованные бункеры-накопители.